Хотели как в GTA, но что-то пошло не так. Как сообщают наши коллеги из Байкал Дейли, накануне в Прибайкальском районе двое налетчиков обчистили дом, при этом снимая разбой на видео. Угрожая хозяйке пистолетом, они поставили ее к стенке, обыскали и забрали мобильник. Полицейские задержали их по горячим следам. За что задержан сотрудник полиции? За разбой. Что похитили? Телефон. Что применяли? Оружие. За что задержан сотрудник полиции? Дома ходи. Эти скромные молодые люди с тихими голосами оказались ранее судимы. Сейчас они арестованы. Им грозят серьезные сроки. Глава Бурятии Алексей Цыденов показал класс в стрельбе во время открытия лукодрома. Репортаж с мероприятия чуть позже в этом выпуске, а пока кадры той самой стрельбы. Думаем, вы удивитесь не меньше нашего. Еще одно масштабное спортивное событие в Улан-Удэ. Сегодня стартует открытый турнир по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ». В этом году соревнования посвящены 355-летию города Улан-Удэ. Турнир пройдет с 20 по 23 февраля в спорткомплексах ФСК и КСК. Участники турнира – сильнейшие команды Сибири и Дальнего Востока. В составе двух из них будут играть бразильцы Серила и Морена. Они уже прилетели в Улан-Удэ и успели поделиться первыми впечатлениями. Все хорошо. Потенциально. Зал вообще шикарный. Все идеально. Матчи можно посмотреть в прямом эфире ТВ.com и на официальном YouTube-канале Ассоциации любительского футбола Бурятии МФ-03. 26 февраля в Улан-Удэ откроется Центр современного искусства «Залу». Об этом на своей странице в Инстаграм объявила министр культуры Бурятии Сейлма Дагаева. «Залу» в переводе с бурятского – «молодой». В основе концепции центра лежит стремление выявить и поддержать молодое искусство Бурятии. Идею создания ЦСИ поддержал глава Бурятии Алексей Цыденов еще в прошлом году. Координаторы центра – режиссер Олег Юмов и искусствовед Надежда Абзаева. Первым проектом центра станет выставка «Саган Саг». В ее основе работают Юмжаны Сюнь, Нади Супониной, Асилык Деновой, Юмы Родней и других авторов, экспериментирующих с живописью, графикой, скульптурой и фотографией. Возрастное ограничение 16+.